А в нашем регионе за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых лесных пожаров. Ликвидировано 5 на общей площади 97 гектаров. 4 пожара продолжают действовать, один из них локализован. Что касается ландшафтных пожаров, за сутки зарегистрировано 37, ликвидировано 28 на общей площади 558 гектаров. Сегодня на территории Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазон установлен 3-й, средний класс пожарной опасности, а на территории Увадской авиазоны 1-й, то есть угроза возникновения возгораний отсутствует.